комедии довольно прост. Обаятельный архитектор Ловелас Бернард придумал беспроигрышную комбинацию. У него сразу три невесты-стюардессы – американка, француженка и немка. Ты представляешь, через какое сито их просеивают в авиакомпаниях, прежде чем допустить к полетам? Да их там чуть ли не под лупой рассматривают по разным параметрам – моральным, физическим, нравственным. То есть вся подготовительная работа была уже проделана до меня. У нас, знаете, такой набор молодых, такой цветник девушек, которые очень похожи на стюардессы по своей фактуре и по обаянию. Я подумал, почему мне эта пьеса? Вот. И поэтому вот она на нашей сцене. Стюардесс играют Мария Максимова, Юлия Филиппова и Ольга Иванова. Герои Ловеласа поочередно Юрий Киселев и Андрей Савченко. Переходные мизансцены от одной красавицы к другой решены через стильные танцы. Балетмейстеры Наталья Морозова. Это новый человек у нас в театре. Вот первый раз мы пригласили на постановку, потому что я много слышал об этих ребятах, об этих постановщиках. Вот захотелось поработать. И мне думается, что вот эта совместная работа получилась удачной. Во всяком случае, то, что они делают, мне нравится. Благодаря разным поясам и строгому расписанию, по которому летают самолеты, Бернарду удается встречаться с каждой возлюбленной в строго отведенное время. О наличии трех претенденток на сердце архитектора знает лишь его служанка, которую играет блистательная Светлана Сыряная. Сардель, кислая капуста, отменяются. Немочка попала в авиакатастрофу. Марта, чего там на язык? Ну, капусту я уже купила. Жаль, ничего не поделаешь. Отдаете себе отчет, что все это не жизнь для служанки? Схема Ловеласа перестает работать, когда девушки переходят на новые скоростные Боинги. Меня, скорее всего, переведут работать на новый самолет. Представляешь? Супер Боинг! Чудо! Четыре мощнейших двигателя! Скорость набора высоты фантастическая! Скажи-ка, как интересно! Очень интересно и важно! Особенно для нас, да? Спектакль создавался в сотрудничестве с питерским художником Александром Дубровиным. Он придумал легкие красочные декорации, в которых герои с удовольствием живут. Те, кто не успел попасть на премьеру в выходные, смогут увидеть спектакль «Боинг-Боинг» 28 и 30 апреля. Александра Седачева, Владимир Шелободов, События, Брянск.